Нравится щенок, да? Мягенький, беленький. Я их видела. Да, да ты что? Дети, 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 дети. Идите, подойдите. Дети, лапку подавайте. У меня павлик здесь на первом плане. Все танцевали. Я видела, они тут с Марком играли. С Марком красивые. Это он на горке играет. Погладь? Большие, большие. Большие уже такие. Поет песенку «Борная зайчка заячья». Среднеазиатская овчарка, ялабай одно и то же. Есть кавказский волкодав. Это совсем другая собака. Кавказский волкодав. Хочется им купить. Ну что-то останавливает. Я люблю таких больших собак. Маленький. Это все мальчик? Сколько ему? Очень большой. Марка, это их тоже. Если тебе будет частный дом, ты знаешь, что тебе прям с доставкой надо. Сыр собаку на! Я собачек вижу. Он такой нежный вообще. Это девочка-то? Сейчас Юрий ждем. Марк, иди сюда, Марк. Марк, иди сюда. Папа, я у меня коробка. Все, пойдем, пойдем. Я иду, собак. Я не понял, куда собрали? Мы идем на качели, Марк. Мягенькие не могут оторваться. Гладят, гладят и гладят. Гладенько они купят. Вот она гладится. Все. Давай. Эти мои. Все. Мальчик один. Вообще полчерт. Пока-пока. Надо придать гладить. Ребята профессионально гладят щенков. Да, я боюсь. Они просто спросили, что? Хозяйка, что, есть еще один теперь? У меня есть полтора месяца два кобеля, они дешевые покупали. Поговори пока. Есть 3 месяца кобель за 2000 гривен. Что еще? Есть за 250 долларов кобель. Все, давай.